Здравствуйте. Мы сегодня собрались поговорить на тему математика в психологии, так, наверное, надо сказать. И вот собрались на эту тему два кандидата наук с нами пообщаться, да? Шведовский Вячеслав Анатольевич, кандидат физмат наук, доцент, значит, математик. И кандидат психологических наук, тоже Шведовский, Олег Вячеславович, да? Это вообще здорово, да, понимаете? То есть вот математические модели действительно проникли внутрь такой подлинно гуманитарной науки. Уж вроде гуманитарней некуда, правда? Да? Это торжество математики. Да? Я, значит, смыкаю свои уста. Вот, хочу услышать от вас всю истину про это. Да, Борис Сергеевич, вы во многом правы. Но, наверное, стоило бы как бы посмотреть в прошлый век. И вот в прошлом веке даже вышла книга. Книжечка в разделе «Математика», ну, в серии «Математика», и там написано было в основном про психологию и разные аспекты применения математики в психологии. Начало, конечно, это связано было с применением разных шкал. Вот шкалы порядковые, это там очень большой раздел, посвящен был именно этому, разным аксиомам математическим и так далее. Но надо сказать, что в прошлом веке в отечественной науке, ну вот в том числе и применением математики и психологии, было сделано довольно много существенных шагов. Прежде всего, стоит, наверное, вспомнить Владимира Юрьевича Крылова. Он работал в Институте прикладной математики, вот наш, так сказать, базовый сосед, из которого мы сейчас объединяемся, Институт математического моделирования. А прикладной математики тот, который имени Келдыша, да. Вот там он работал, доктор физмат-наук, и занимался исследованием пространства психологического. Психологического пространства. То есть это вот такое построение с очень серьезной базовой математикой, но, к сожалению, он безвременно скончался. Психологическое пространство, что это имеется в виду? Восприятие пространства человеком или что-то нечто другое? Я думаю, что это более широкое, чем вот то, о чем вы сказали, это один из аспектов. Я насколько понимаю, вот пространство, да, да, в математике, это такое вот множество, да, объектов, между которыми, по-моему, там вот что-то, например, можно ввести понятие расстояния, да, какие объекты ближе, конечно, дальше, да? Да. То есть, во всяком случае, вот такие построения были, ну и они, вообще говоря, разные применения вот связи элементов пространства психологического, они используются в дальнейшем тоже. Ну, вот тоже следует, наверное, упомянуть такую фамилию, как Лефевр. Владимир Лефевр, он наш отечественный ученый, потом переехал уже вот в Америку. Ну, у него определенные, так сказать, работы, они такие известные уже, алгебра конфликтов, вот, изучение ценностного аспекта личности, отношений, которые возникают при рефлективных отношениях. Ну, прям специально так у нее была построена вот целая теория, которая позволяла, в общем-то, вот найти способы понимания, как делает человек выводы. Угу. Вот. Это любопытная теория. Ее у нас в Институте психологии развивает направление Лепского Владимира Евгеньевича. Институт психологии Российской академии наук. Это все связано в каком-то смысле с традицией такой общности, как направление Щедровицкого. Ну, возможно, он наш с вами одна факультетник. Так я понимаю, что вы тоже физический факультет кончали. Нет, я МИФИ. МИФИ. Ну, ладно, значит, он физик тоже был. Вот Щедровицкий сейчас, тоже, к сожалению, его нет в живых. Но это очень мощное направление, вот оно связано с этими рефлективными отношениями. Ну и вот вообще это только отечественная ветвь применения математики, психологии. А если взять уже в целом всю, так сказать, психологическую науку, то, конечно, здесь нельзя не назвать, может быть, пионера, зачинателя применения математики и психологии, это Курт Левин. Вот, ну, он жил в первой половине 20 века, и главное, что вот он смог, так сказать, вот начать это построение психологического пространства личности.
Вот, в общем-то, вот его... Гипотеза Курта Левина. Да? Да, Курт Левин. Вот его вот эти начинания, они были не на пустом месте, потому что он, вообще говоря, очень тесно сотрудничал с математиками той поры. И более того, он был дружен с Альбертом Эйнштейном. То есть вот это очень хороший уровень. И он сам называл, у него книга так называется, там ключевые слова, топология вот, жизненного пространства. Там, ну, примерно так называется, ключевое слово топология, там присутствует. Вот, и вот это направление, оно мне наиболее близко, потому что как бы мне представилось, что то, что положено в основе Курта Левина в построении жизненного пространства, оно может быть обобщено. Он как бы строил это на плоскости, на поверхности топологической определенного рода. Вот, а совершенно нет. Значит, топологическая поверхность, типа, например, шар, да? Ну, поверхность – это сфера. Да? Сфера, да. Сфера, да? Да, вот поверхность сферы, она тоже возможна, так сказать, и не обязательно только сфера ограничивается. То есть можно идти до поверхности. А что это значит? Вот как, что понять вот, психологически? Как вы сказали, топология... Пространство личности. Да, жизнь... Что же такое, это разъясните. Как, в чем тут какие-то основополагающие вот, моменты, через которые связь-то? Может быть, нам психолог объяснит? Вот, наверное, было бы правильнее. Ну, я да, попробую не на математическом языке объяснить, а на психологическом. Здесь тоже можно опереться, вот, говоря о пространстве личности, продолжателю отечественной традиции, это Федор Ефимович Василюк, который сейчас говорит и делает... понимающую психотерапию, и он как раз объясняет, что такое жизненный мир личности, и что такое пространство. Вот он говорит о том, что любое пространство, оно имеет, жизненное пространство личности, имеет свои границы, имеет свои какие-то точки, где дальше которых начинается новый мир, новая какая-то бытийность человека, новое его присутствие. Каждый психологический мир, ему свойственно свое время, свое течение времени, свои определенные, скажем так, фигуры, которые в этом пространстве задают, собственно говоря, размерность. Вот. И каждый жизненный мир – это, фигуры, по сути… Фигуры, которые задают размерность. Это что значит? Ну, например, если мы берем инфантильный жизненный мир, то есть мир… Инфантильный – это что значит? Это мир, вот как у ребенка, что ли? Ну, примерно, да, можно так сказать. То в нем основной фигурой, которая задает это пространство, может считаться фигура родителя. Да, ага. Или фигура, то есть это главный объект для человека, можно вот, инфантильного, так сказать, да. Для ребенка, например, да? Так. И, собственно говоря, вот эти отношения, которые возникают в инфантильном жизненном мире, они имеют свой определенный хронотоп, так называемый, то есть пространство-время. Хронотоп – это что такое? Пространство-время, да, хронос – это время, да, и топ – это что-то с пространством. Пространство. Греческое. И здесь это можно, например, сказать, что такой хронотоп для инфантильного жизненного мира – это пространство здесь и сейчас. Но если посмотреть на ребенка, то он не знает будущего, он не знает прошлого, он знает только актуальный момент. И вот сложность, которая меняется с переходом от одного жизненного мира к другому жизненному миру, и может быть описана при помощи модели Курта Левина. Вот мы об этом как раз и рассуждали. И вот, значит, так, шаг, а уже который для взрослого сделал... человека еще есть некое будущее, да? Что вот родители его будут старенькими, он для них сам будет как... Ну вот, Борис Сергеевич, вот так. Как раз в гипотезе Курта Левина, ну, значит, мой коллега Левина говорит, ну, может быть, наверное, и так возможно. Да. Наверное, так он да. Значит, там все-таки он говорил так, что вот эти факты психологического порядка прошлого, настоящего, будущего, они равноположны, как психологические факты в жизненном пространстве личности. И в этом смысле его разбиение вот этого жизненного пространства личности на... то, что относится к персоне и к психологическим фактам личности окружающего, они вот и составляют начальное жизненное пространство. Дальше вот его, так сказать, шаги, которые вот позволили нам посмотреть немножко по-другому и представить его уже в более сложных пространствах выражения, они сделаны следующие, его шаги. Он пространство, ну не пространство, а зону персоны сам разбивает на внутреннюю зону, и, значит, зону психомоторную зону. То есть, вот, так сказать, первое разбиение. Дальше внутренняя зона. Психомоторная – это что такое? Это, значит, то, что связано с внешними психологическими фактами, перцепция и моторика, то есть реакция, значит, уже после того, как
восприняла личность, это она принимает какое-то решение. Внешние факторы и реакция на них. Да, 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 совершенно верно. Пришла мама, застала ребенка за баловством. Да. Значит, реакция. Но это все касается только ребенка, а он, так сказать, претендовал на вообще личность человека, то есть и взрослого в том числе. Значит, вот внутренняя часть, он уже строит более сложно. Там разбиение идет на множество зон, где указывается, ну, одна зона там отвечает, допустим, за интересы, связанные там с искусством, другая зона связанная с, ну, в том числе, математикой, то есть наукой. Более того, выделяет и центральные зоны. Ну, например, самая ставочная модель личности, как я ее называю, это истина, добро и красота. В какой мере вот эти зоны соотносятся друг с другом? То есть люди, живущие только на эстетическом отношении к миру. Есть люди, которые доминируют истина, значит, ну, ученые, будем считать так. И есть люди, в которых, так сказать, могут разные комбинаторные сочетания. Ну, в том числе есть этические личности. Например, там, конфуцианская система, это в Китае, это больше этики, чем эстетики. И вот, одним словом, вот эта комбинаторика. Но более того, он помимо вот этих установок ставочной личности еще выделяет самую центровую позицию, где регион регулирует вот этот баланс отношений. Регион – это что такое? Это регион внутри выделенной зоны, внутри вот этого разбиения пространства. Uh-huh. Вот. Ну вот это, так сказать, грубо в целом, так сказать, его подход по отображению личности вот на таком, что ли, пространстве, ну, сферы или по плоскости. Единственный шаг, который мы делаем здесь, мы предполагаем, что вот те отношения, которые возникают между зонами разбиения пространства личности, они могут быть организованы, да, они могут быть организованы планарно, но... Планарно это как? Планарно это означает, что отношения между зонами ближайшими будут без перекрестков, то есть там не надо ставить светофоры, переключатели, которые, безусловно, всегда будут тормозить движение информационных потоков. Вот это следующий шаг, который мы пытались сделать. То есть если требовать, чтобы отношения между этими зонами были планарные, то тогда эта планарность не обязательно должна быть организована на поверхности плоскости или сферы. Я вот из топологии помню, что там два таких есть важных понятия. Есть вот просто типа вот сферы, да? Да. А есть что-то, вот они говорят, бублик, да? Ну вот бублик – это бублик. То есть такое есть дырка. Сфера с приклеенной ручкой. Сфера с приклеенной вот ручкой, вот это будет, да? бублик. Топологически, так сказать, отображаемый. А можно две ручки приклеить, там будет две дырки, да? Это будет уже более сложно, крендель с двумя дырками. То есть вот вы эти такие крендели-то и выписываете все математической вашей психологии. Да, вот здесь уж мы как раз вот этот ход и делаем, поскольку появляется возможность отобразить без перекрестков отношения между зонами на этих сложных поверхностях. Угу. А раз это можно сделать, то тогда, значит, получается, что вот эта эволюционная возможность может быть реализована в усложнении личности. Понимаете? То есть у него, как было у Курта Левина сначала, что чем более дифференцирована личность, тем больше вот этих разбиений. Но чтобы обеспечить планарность, то есть взаимодействие между зонами без перекрестков необходим выход из плоскости или из поверхности сферы в более сложную топологическую область. Скажите, пожалуйста, вот может, мне психолог подскажет это, а что значит перекрестки вот эти? Вот, что это означает вот с точки... Понятно, с точки зрения математики я понял, что если вы сделали вот эдакий крендель, то вот благодаря этим дырочкам можно проехать из одной точки, из одной области в другую, из одного планарного. Из одного региона? Из одного региона. Личности, в другой, не пересекая. То есть дороги будут без перекрестков. Это за счет дырок, да? Вот на Земле этого быть не может, потому что Земля – это поверхность Земли, на которой живет сфера, да? То есть нам придется либо как-то вот в пространство выходить. Ну, как там, делают для автомобильного движения, да? Развязки. Развязки, да? Да. Вот. А тут-то что это значит? Для нас-то вот с точки зрения психологии. Что это за перекресток такой? Ну, одним из самых простых примеров, который может быть здесь приведен, это когнитивный диссонанс, так называемый. Когда... По-русски, пожалуйста. Резонанс, да, это я понял, а когнитивный... Диссонанс. Диссонанс. Да, когнитивный. Вот тоже понял. Ага, это когда... Когнитивный – это что такое? Это диссонанс, который возникает при появлении двух идей, которые взаимно противоречат друг другу. Ну, например,
Мне, с одной стороны, хочется сейчас выпить чаю, и с другой стороны, я думаю, как я буду смотреться при чашке чая в экране. И имидж ничто. Вот я сижу при этом, да, и внутри меня этот самый диссонанс и происходит. То есть я вроде бы тяну руку, потом себя останавливаю и так далее. Вот здесь и наступает перекресток. Это здесь перекресток. Ну, можно его так назвать, это если самый простой пример. Да? Более сложный пример — это когда мне приходится делать такие жизненные выборы и такие создавать идеи, которые в себе несут определенного рода либо противоречия, либо накладки по времени, когда они должны быть осуществлены. То есть вы на этом перекрестке, в общем, едете в ту или другую сторону, выбираете маршрут, да? С одной стороны, да, а с другой стороны, вот если автовладельцы могут понять, да, там на перекрестке часто возникают пробки. То есть одна идея может затормозиться, да, за счет другой. А бывает так, что и все идеи закольцовываются, и ничего не происходит именно потому, что нету пропускной способности. Тупик, да? Вот тупик. Это вот то самое, что приводит людей там, к попыткам суицида. Вот. Да, вот как раз тут правильные намеки и, в общем, так сказать, направление, оно сейчас может естественно возникнуть вот наши беседы. Дело в том, что поддержание вот этих сложных структур, оно, вообще говоря, вот требует довольно большой энергии. И не случайно, совсем недавно была опубликована работа Хайтовича Филиппа, который, это центр Макса Планка в Германии, и, значит, сотрудники его коллектива обнаружили очень любопытную вещь. Значит, это относится к эволюционной генетике. И смысл такой, что при усложнении мозга, то есть вот это наше эволюционное преимущество, сложный мозг, вообще говоря, природа как бы вырвалась вперед. И, так сказать, поддержка той энергетики, которая требуется для сложных структур, она еще до конца не выросла. И приходится платить за этот эволюционный прогресс тем, что возникает довольно много индивидов, которые не выдерживают вот этого груза сложных структур, которые приходят, социум усложняется. Которые в тупик заходят, да? Получается, более того... И решает этот вопрос что? За счет того, что в их психике вот эта дырка, что ли, образуется? Нет. То есть они и воды попили, и вроде имидж сохранили, Борис Сергеевич, да? Возможно, что и так, но дело кончается весьма печально. Это называется асоциальное поведение, возникает, да? Возникает, более того, просто психологический срыв и заболевание. И это заболевание, оно известно, шизофрения. То есть количество шизофреников в проценте психических заболеваний вырастает. То есть это вот статистика не только для России, она и мировая статистика. То есть это серьезнейшая проблема. И вот директор мирового центра по эволюционной генетике, он так сформулировал, что если раньше шизофрения была как бы предметом исследования специалистов, то сейчас она становится предметом мировой культуры. Понимаете? То есть это вот очень такая серьезная опасность. И она, значит, как бы связана с порогом сложности, который человечеству предстоит преодолеть. То есть если мы, если наша гипотеза правильна в обобщении гипотезы Курта Левина, то, значит, мы рекомендуем преодолевать эту сложность с помощью вот этих сложных структур, которые еще надо освоить человечеству. Надо как-то типа свою психику, что ли, тренировать по-особенному? Это да? Раз. Но с другой стороны, нужно обеспечить соответствующую энергетическую поддержку. Что значит энергетическая поддержка? А это означает вот что. Это снова же установил Филипп Хайтович. То есть оказалось, что у больных шизофренией как раз 6 генов из 22, которые он пытался выявлять ответственность за эту проблему, они как раз отвечают за питание мозга. Понимаете? То есть за кровоснабжение. За кровоснабжение. Может быть, какие-то еще там, токи-перетоки, какие-то микроэлементы еще действующие. Я вот от биологов знаю, что единственное, млекопитающее, у которого болит голова, это человек. Потому что, оказывается, у него так много мозг потребляет энергии, что иногда не хватает ему, кровоснабжения. Вот это именно это они и установили. И получается что мы сейчас работаем на грани возможности человека, а если мы хотим преодолевать порог сложности, например, в этом направлении, то просто необходимо продумывать и исследовать эту проблему питания мозга. Иначе, рост этих заболеваний будет продолжаться. Угу.
и невозможность будет вообще дальше двигаться с точки зрения сложных структур. Вот интересно, вот ваша вот эта вот модель по поводу усложнения топологии, да, топологии вот психологического пространства личности. Психологическое пространство личности, да. Да? Ну, можно сказать, топологии психики, нет? Ну, психология, связано, психика, конечно, что-то, что-то связано, такое, одно, да, и то же, похожее что-то, похожее, рядом где-то, да? Так вот, чтобы, значит, человечеству сделать новый эволюционный шаг, да, ему бесполезно тут дополнительные какие-то трубопроводы с кровью в голове подводить, а ему надо просто вот свою вот эту вот, ну, может быть, диету питания изменить. То есть, может быть, что-то мы не доедаем в нашей экологической нынешней нише. Что, типа побольше сахара? Ну, может быть, сахар, может, абрикосы, кто знает. Это нужно исследовать. Мама мне всегда давала, вот ты, говорит, сейчас думаешь, что задача решать. Знаешь, съешь кусочек сахара. Ну, например. Да. Кто-то там кофеином это дело поправляет. Ага. Ну, по-разному. Вы чай имеете в виду, да? Да, чай. Ну, то есть, вот, ну, что-то, может быть, не хватает. То есть, мы не доедаем. И поэтому из-за этого недоедания, ну, известна поговорка североамериканских индейцев, что можно умереть от голода, питаясь кроликами. То есть, вы едите, вроде бы все едите. Угу. Мясо есть, все нормально. А на самом деле микроэлементов определенного ряда вам не хватает. Да, это известно такая вещь, да. Ну вот, это вот проблема. Вот здорово, интересна, как вы замкнули. Вроде какая математика такая. Да. Ну, топология – это достаточно абстрактная математика, конечно, да? Конечно. Далеко не каждый инженер ее в институте проходил. Ну, там обычно матанализ, там линейная алгебра, еще чего-то. Правильно, все. А вот как-то вот топология. И вот свели все, оказывается, и питаться надо правильно. И питаться. Вывод какой математики сделали. Побольше есть надо, говорит, да? Надо, чтобы пища была богата. Ну, во всяком случае, вот разнообразная пища, да. Так а что, все-таки действительно, вот, с точки зрения психологии, психический мир или как психологический портрет человека или у общества, да, зависит от того, чем они питаются? Это, по-моему, это еще было у Энгельса, что ли, о том, что вот когда человек освоил огонь, да, стал много, ну, сырое мясо особо не съешь, стали много есть мяса, то тогда как-то, соответственно, изменилась у них психика, что ли. Или там, правда это или нет? Ну, тут, понимаете, вопрос, мне кажется, про питание, он такой очень неоднозначный. То есть, когда мы говорим про персики и про сахар, это тоже еда, да? Но есть и другого рода пища, которая, как мне кажется, вот в применении к модели Левина имеет смысл, о которой говорить, да? Это пища интеллектуальная, информационная пища, пища событийная, пища впечатлений, пища эмоций, пища, ну и так далее, да, вот в этом ряду. И когда мы говорим о увеличении рода поверхности для вот этого топологического пространства, можем говорить о том, что разнообразие, с которым сталкивается человек, да, с одной стороны, это то, что помогает ему быть человеком, и то, что помогает ему свой эволюционный прогресс осуществлять. Но с другой стороны, это разнообразие иногда губительное, и оно требует определенного подтверждения, закрепления на уровне, ну, того, что мы в другой работе называем повтором. Вот можно назвать здесь как бы прирост новизны определенный, да, и прирост, так сказать, повторяющих каких-то действий. Ну, например, ритуалов, которые человек совершает каждый день или в еде, там, да, в том числе и с сахаром, и с чаем и так далее. Вот. И что интересно, да, вот если говорить про такую увлекательную математику, то одна из наших работ совместных показала, что соотношение новизны в пище такой вот информационной и не новизны, то есть повторов должно быть примерно 1:3, что соответствует известному классическому золотому сечению. То есть один элемент новизны в коммуникации, например, то есть мы должны вам сообщить что-то новое, ну там в процентах примерно это будет процентов 25, а остальные 75% мы должны потратить времени на то, чтобы разъяснить нашу идею и, так сказать, ее раскрыть, ну, какими-то примерами, может быть, подкрепляя и так далее. У нас время истекло, я вам очень благодарен, спасибо большое. Сказать, что все до конца понял и усвоил, я не могу, но, в общем, как-то вот сделал большой шаг вот в необычном для меня направлении совершенно. Спасибо нашей многоуважаемой публике. Вот, надеюсь, мы вам постарались что-то новое рассказать. Всех благ, до свидания.